Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня я опять в гарден-центре, и сюда привезли редкие сорта орхидей. Посмотрите только, какое разнообразие сортов! Это фаленопсисы. Белые, розовые, различные сорта. Но рядом дентробиумы. А самые интересные – это камбрии, которые я здесь увидела. Присмотритесь, какие прекрасные камбрии продавались в этом гарден-центре. Мне понравился вот этот кустик Нелли Айслер, как я выяснила по интернету название этой камбрии. Какой хороший кустик. Я все присматривалась к нему. И все-таки решилась купить. Мне очень интересно наблюдать за орхидеями. Получится у меня или нет? Как они будут себя чувствовать у меня? Устоять невозможно. Смотрите, какая расцветка. Какой здесь такой глазок чудный. В точечку. Прекрасный сорт. Мне очень понравился. Рядом еще масса других. Присмотритесь, как на меня все такие интересные, все редкие. Вот этот вот, смотрите, какой пурпурный цветок и какая губа. Прямо такая ажурная, гофрированная губа. Какой интересный сорт. Конечно же, названия опять нету, только цена 8 фунтов. И пишет, что микс орхидей. Очень плохо, что нету названия. Здесь вот есть название, просто общее название сорта, группы орхидей, камбрия, но конкретно нету. Приходится выяснять самой по интернету. Ну а рядом вы видите орхидеи-пауки. Смотрите, какие интересные. Они мне тоже очень понравились. Это брассия, орхидея брассия. Смотрите, какая чудная тигровая красавица. Кустик этот был очень такой шикарный, большой, облиственный. Посмотрите, какой. Очень хорошая орхидея. В интернете написано, что этот сорт, что этот тип орхидеи, брассия, очень такие легкие в уходе, и можно их покупать, я думаю. Так, рядом еще тоже такой же кустик, как я показывала вам раньше. Это брассия. Есть масса других. Давайте мы на них посмотрим. Что же тут есть? Вот немножечко уже привяли. И они, наверное, пойдут через день по оценке. То есть можно будет купить тоже орхидеи, к примеру, за полцены, как это очень часто бывает. Так, проберемся еще вглубь. Что там? Ах, вот это вот тоже очень красивая орхидея. Тоже камбрия, наверное. Я думаю, конечно же, названия опять нету, просто цена. И вот просто ты, если покупаешь, ты просто ориентируешься на свой вкус. А это, друзья, это анцидиумы. Видите, такие вот мелкие орхидеи, это анцидиумы. Вот такая большая ветка из цветков, это анцидиумы. И сегодня здесь, в этом гарден-центре, очень большой выбор. Посмотрите. Я раньше даже и не видела вот такого. Может, я не знаю почему, но сегодня выбор огромный. Я хочу показать вам это. Вот этот вот кустик мне очень понравился. Очень понравился этот сорт орхидеи. Но, к сожалению, я присмотрелась, он уже такой чуть-чуть приболевший. Очень хотелось, конечно, его купить, потому что мне очень понравилась расцветка, такая необычная. Здесь есть такие салатовые тона и фиолетовые, и сиреневые тона. Но я не взяла, потому что он подпорченный. И желтенький анцидиум. Я очень много видела таких вот обзоров с такой вот орхидеей. Мне нравится она. И это вот очень тоже красивая камбрия. Посмотрите, какая красная, с такой оранжевой губой. Такая яркая, такая красавица. А здесь уже совершенно другая. Похожая чуть-чуть, но вы, если присмотритесь, видите, что это совершенно другой сорт. Вот и цветоносы такие прямо стоящие идут. Тоже камбрия, наверное. Тут даже нету общего названия группы этой орхидеи. Просто вот
орхидея, микс и все. Иногда вот пишут камбрия, иногда еще что-то они там напишут, но по имени ты не увидишь, очень редко. И вот сейчас я вам показываю ту, которая мне очень понравилась. Там вот вдали такая нежная, вот эта вот орхидея, она мне так понравилась, как цвет яблони. Посмотрите, такой необычный окрас у нее. Белый, с такими точечками. Вот присмотритесь. Я ее сразу же отложила, потому что я ее куплю вместе вот с этой вот красной камбрией Нелли Айслер. То есть я себе запланировала и купила вот этих вот две орхидеи в этом гарден-центре. Мне они так понравились, устоять было невозможно, потому что, видите, вот они в этом магазине дают большую скидку. Если ты покупаешь одну орхидею, вторая орхидея идет уже за полцены. Ну а тут рядом целая поляна фаленопсисов, маленьких бабочек. Это не огромные фаленопсисы макси, а такие вот мелкие-мелкие-мелкие. Их очень много. Много стеблей на каждом кустике. 3-4 стебля. На этот анцидиум, конечно, здесь попал чуть-чуть в среду мелких фаленопсисов. Но он так красиво смотрится, такая красивая орхидея. Но, как я знаю, анцидиумы, они теплолюбивые орхидеи. А мне почему-то больше сейчас хочется таких, которые на холоде, может, в холодных условиях могут произрастать. То есть я отдаю свое предпочтение хладостойким орхидеям. Этот фаленопсис, смотрите, какой нежный. 4 стебля или даже 5. Мне даже трудно посчитать. Вот. Масса сегодня, большой выбор орхидей. И фаленопсисов, вот таких вот мелких, как бабочек. Они такие маленькие-маленькие-маленькие, мелкие-мелкие-мелкие. Их много-много-много. Каждый кустик орхидеи там имел 3-4 стебля. Смотрите, какие расцветки разные. И пурпурные, и белые, и лимонные. И даже вот такой вот нежно, как-то персиково в розовую сеточку. А этот какой красивый, смотрите. Это просто же красота. Ну как можно не любить? Ну я не знаю. Мне с каждым днем все больше и больше нравятся орхидеи. Я смотрю много YouTube-каналов. Я вижу много увлеченных людей орхидеями. И мне каждый раз все хочется, хочется и хочется чего-то нового. И этот магазин просто манит меня. Я сюда уже хожу, хожу, хожу. Но сегодня, сегодня красота здесь. Смотрите, опять анцидиум. Он прямо как цвет яблони. Ну, посмотрите, сколько мелких цветков. Я такого раньше не видела еще в продаже, чтобы вот такими вот ветками продавались орхидеи. Это вот тоже очень интересная орхидейка, такая желтенькая. Видите, как тигрик. Она была только одна. Я очень жалею, что я тогда ее не купила, потому что это видео я снимала в пятницу, в воскресенье я опять сюда приходила. Но его уже не было. А это такая, как я купила, красненькая, но более светлые тона, как я купила Нелли Айслер в этом магазине, но это более такой оранжевый тон. А это какая красивая, смотрите. Тоже камбрия коричневая с желтым. Масса орхидей, масса. Если присмотреться, каждая красивая. Посмотрите, какая эта красавица. Тигровый верх и такая губа бело-фиолетовая. Некоторые вот опять чуть-чуть приувявшие. Конечно же, они пойдут по оценке. То есть, есть шанс купить и дешевле. И опять, видите? Опять орхидеи. Этот вот кустик был тоже очень интересный расцвет. Посмотрите, какая интересная была камбрия. Очень интересная расцветка. Здесь их масса. Даже вот каждую посмотреть, тебе каждую захочется купить. Но ведь купить все невозможно. Смотрите, какие они все яркие, какие красивые. Разбегаются глаза. И опять же фаленопсисы. Красота. Дорогие мои друзья, я очень надеюсь, что вам было интересно сегодня вместе со мной посмотреть на редкие сорта орхидей. Спасибо вам огромное за всю вашу поддержку. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал о цветах. Еще будет много всего интересного. Ну а я купила две своих орхидеи, которые мне так понравились.
И в дальнейшем я расскажу вам о них. Пока-пока!